то сейчас опять подскользнется и все. 2 недели уже без хлеба живем, поэтому я взяла. Ну что, давайте пробовать. Что нужно взять Маргарите на неделю, которую она будет жить в школе? Зубную щетку. Доброе утро. Доброе утро. Маргоша собирается в школу. Сейчас 7:10 утра. Сегодня Маргоша к себе 30. Ну все, чуть-чуть уже осталось. Что все? Завтра не нужно идти? Нет? Ну вот, видишь. А, ну ты же завтра, ты же это, ребят, сегодня Маргарита уходит с ночевкой в школу. Будет ночевать в школе. Сегодня они уходят к 8 часам вечера, да? И завтра придешь во сколько? В обед? Да? Ну вот, так что... Сейчас сходишь последний раз и все. И каникулы наконец-то. Фиолетовый. Я вижу, что это голубой. Какой фиолетовый? Нет, это фиолетовый. Ребята, это же голубой. Что у тебя с глазами? Кто еще видит, что это фиолетовый? Это голубые. Лучше видно голубые. Синие цветочки. А, бери рюкзак. Давай. Пока. Открывайся. Давай, пока. Ксюнечку разбудим. Ксюня. Ты уже ушла? 7:15. Если хочешь, можешь еще полежать минут 15. Наша собака опять хочет купаться. А, там свинья плавает. А? Да, я достану, а то она нырнет. Уходи, уходи. А то сейчас опять подскользнется и все. Уходи. Она полная воды. Она вчера так упала. Там свинья была в бассейне, она подскользнулась и упала. Ходит, главное, и зубы чистит везде. Привычка такая у Ксюши. Чистить зубы, по всей квартире ходить. Да, Ксюш? Каролина опять пошла в лес. А мы будем смотреть фильм. Пока, Каролина. Будь осторожна. Фильм смотреть будете? Нет, который мы стоим. А-а-а. Ну давай, пока. Что, ребят, мы уже успели съездить в магазин за продуктами. Пока все в школе. Вот. Планы какие у нас. Сейчас папа поедет по делам. Я буду разбирать пакеты. И готовить кушать. Это манго. Манго и маракуйя. Вот такие вот мочи маленькие. Будем пробовать сегодня. Я тоже. Их найти у нас очень тяжело на самом деле. Мы, наверное, уже 2 недели их ищем. А, больше. Они в Германии вообще-то продаются. В Альде, в Германии тоже. Да, около месяца, наверное, мы их ищем уже. Вот, поэтому... Так, меня просили сделать обзор покупок, продуктов, то, что мы покупаем. Ну, в общем, вот, смотрите, ребят. Это вот то, что из фруктов. Овощи, это морковка. Лук, помидорчики, так, здесь вот яблоки, перчик, помидорки, авокадо, из мяса, так, ну, тут сосиски куриные, именно из курицы любят, мясо, фарш, здесь, по-моему, говяжий и свинья, фарш, по-моему, свинина и говядина, мяса мы много не покупаем, мы покупаем в основном только курочку, куриные ножки и индюшка, грудка индюшки. Вот. Это не из-за того, что мы там эти вегетарианцы или еще что-то. Просто дети не любят мясо. Не любят свинину, не любят говядину. Поэтому мы берем только курицу.
Вот, что еще есть? Хлебушек взяли в этот раз. Мы 2 недели уже без хлеба живем, поэтому я взяла... Нет, 2 недели. Чуть, почти 3 недели. Вот это 3-я неделя. В общем, взяла хлеб вот такой вот тостерный. Вот такой вот свеженький. И ржаной. Да. Вот, поэтому понемножечку будем. Понемножечку. Не целый день, хорошо? Мы соскучились по этим. Мороженое надо растает, нужно убрать. Это очень вкусно. Мороженое, вот кокос. Вот это очень вкусное в кокосе. Вот это тоже. И в лимоне мороженое лимонное. Так, рис у меня закончился запас. Риса, лимончики. Так, вот сухофрукты тоже любим. Вот это вот манго, например. Мороженое убери. Так, бананы сушеные тоже любим. Ксюша особенно любит. И вот это сушеные... овощи, чипсы из овощей, морковка, свекла, что там еще, в общем, овощи овощные. Так, вот такие палочки кукурузные, так, ну это душ у нас, гель для душа закончился, вот такие вот палочки любят. Так, тут зелень сушеная, свежую зелень редко когда покупают, только сушеную. Она дольше держится и, в общем, я не напрягаюсь, что она у меня испортится. Так, молочко био, йогурт вот такой вот берем, ну вот такой вот тоже иногда деткам. Так, шампунь тоже у нас закончился. Брокколи из овощей. Вот, грибочки очень любим. Особенно фаршировать любим грибочки, да? Так, ну вот, в принципе, что еще? Так, вот, ну это у нас майонез. Так, что здесь еще осталось? Чай черный закончился. Это папа купил какой-то йогурт с карамелью. Так, это его протеиновые какие-то там шоколадки, не знаю. Ну, в общем, вот так вот примерно, ребята, это нам... А, вот еще черешни. Такая вот черешня стоит почти 5 долларов. Вот такая вот почти 5 долларов стоит. И это... Помидорки такие вот большие нашла. типа бычье сердце, что-то такое. Вот, все. Бананы очень любим тоже. В принципе, это вот... То, что я не купила, это картошку. Картошка у меня есть. Морковка, вот у меня морковка есть. И салат. А, салат у меня есть. Ну вот. И мы в течение недели докупаем молочку, докупаем молоко, докупаем овощи кое-какие, если картошка заканчивается. Ну, в общем, в течение недели мы все равно понемножечку еще докупаем. Вот примерно вот это вот на неделю. Мама, я хочу это пробовать. Что пробовать хочешь? Йогурт? Нет, это. Сейчас она немножко должна разморозиться. Сейчас попробуем. Здесь 6 штук. Они должны разморозиться. А еще я вот такие печенюшки нашла. Мини-печеньки. Смотрите. Мама, не нам хочешь? Я очень люблю мангу. В любом виде. В сушеном и в свежем. Так, у кого сегодня 2 раза школа? У Ксюши? Будь здорова. Я вчера получила флайку. Что такое флайка? Это флай, это такое... Была... Мороженку будем напиток, кушать. Напиток. Давай, открывай. Ты можешь дать какому-то питомцу этот напиток, потом он будет лететь. Mm-hmm. А я дала моей пчелы. Mm-hmm. Теперь она может лететь. Вот F для fly. Mm-hmm. А ты вот эти вот не выкидывай. Я видела, сюда что-то складывают потом. Да, я видела такой... Ну, просто я такая девочка, которая... Я в ТикТоке видела. Она с магнитом. Да. Mm-hmm. Потом вот эти цепочки. Я это видела. И сколько мы уже вот таких съели и все выкинули? А, там же кики. Да. Вкусная. Смотри, 600. Да, но она растаяла немножко. Мама. Ну что, давайте пробовать. Угу. Да. Сейчас особенно в ТикТоке все распаковывают эти муки. Давай лайк. Ух ты, как вкусно пахнет. А рисовая, из рисовой муки. Нет. Видишь, она мягенькая уже. Давайте каждый берите одну. Макси, Кара. Ой, она уже растаяла. Примерно ту вас закончили. Ну, их так и нужно кушать. Они такие, да? Вкусные? Угу. И? Тесто. Ну, такое. Она не кушает. Шоколадное, наверное, лучше. В общем, вот, ребята, это рисовое тесто. Очень вкусно. Оно такое тянется и... И внутри просто мороженое с манго. Сильно так не раздавливай, Макс. Тесто интересное. Мороженое в тесте получается. Фу. Что? Холодное? Ну ничего, прикольно, мне понравилось. Да? Только мало по одному шарику. Да. И оно дорогое. Вот эти вот, получается, 6 штучек, они стоят где-то 6 долларов. Примерно.
примерно одна 6 долларов. Один доллар. Кто там, папа? Папу не будем пускать? Папу не будем пускать или будем? А? Да, 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 смотри, смотри, как она. Ой, дождик идет. Ну вот. Привет, папа. Ну что, рассказывай. Папа здоров. Ну, ай, коронавирус. Нету, нету никакого вируса, ребят. Так что папа здоров, Маргарита. Можешь папу поздравить. Ничего нет. Никакого вируса нет. Мы здоровы. Папа отдохнул 2 денечка дома. И теперь на работу. Пока. Список, что нужно взять Маргарите на неделю, которую она будет жить в школе. Маргарита, топик сюда черный надо, а не белый. Что тут нужно? Пижама. Косметичка. Игрушки, книжки, компьютер, кровать, матрас. Не, серьезно, что это такое? А покушать что ты возьмешь? Мессер Габы. Ложка, вилка, тарелка, кастрюля. Так, вот Маргоша возьмет себе такой матрасик. Такой этот, как он называется? Мат? По-русски. Вот. Спать в чем будешь? Какую пижаму возьмешь? Единорожку? Или жарко будет с единорожкой? Да, будет жарко. Потому что... До скольки вы не будете спать? До 12? Я не знаю. Нет, нам можно... Она не сказала, до скольки нам можно спать. Она просто сказала, что до 12 все точно... Все уже точно должны спать, да. Она сказала, если в 12 часов ночи кто-то будет шуметь, там, не знаю, мешать другим, то... Звонят родителям, чтобы родители забрали. Поэтому должны себя тихонечко вести. До 12 часов. Так, я с собой беру зубную щетку. Потом зубную пасту такую маленькую. И расческу. Так, собираем это. Дальше продолжаем теперь поесть. Может тебе бутербродики сделать? А? Упала. Где вот эти штучки? Не, мне не нужно, блин, делать кушать, а просто нужно, чтобы я перфильм. Ну так, а завтра что ты утром будешь кушать? Они для нас только... Они для вас возьмут? Учитель? Точно? Да. Значит, ты должна только на вечер взять. Да. Угу. Ну просто, чтобы я перфильм. Ну хорошо. Что-нибудь погрызть. Манго сушеное, яблочко, огурец. Там печеньки есть наверху. Туда не поместится, наверное, слишком высокая. Просто смешай, да и все, ничего страшного. Оно поместилось. Попить? Бутылку возьми попить. Так, то нам нужно убрать.